Всем привет, а это знаменитая Мариан Чарлтон. Цветок у нее крупный, в этот раз он у нее 16 сантиметров, если я не ошибаюсь. Довольно-таки махровый. Бывает он менее махровый, бывает более махровый, но в данный момент он, в принципе, достаточно махры выдал. Такой вот он красивый красавец. Он, конечно, у меня в этот раз не такой яркий, но он все равно молодец. И у него, я заметила, в этот раз, видите, получается лепестки, что, ну, когда он распустился, я заметила, что у него лепестки изнаночной стороной друг к другу. То есть он свою прям всю красоту на данный момент он вывернул снаружи. А вот такие вот, здесь вот тоже, видите, вот если снимать, то он получается с двух сторон такой. А внутри сюрприз. А внутри он... Ой, листик оторвало. Ну, ради видео что не сделаешь. Видите, он белесый. То есть это изнаночная сторона. Вот здесь такая же ситуация. Вот здесь такая же ситуация, чуть пониже. И вот вокруг цветка. Вот я тут тоже, видите, оборвала немножко. И здесь такая же. И вот тут. И тоже тут оборвала, по-моему. Вот. Тоже последний бутон даю ему процвести. Навряд ли она у меня завяжет какую-то коробку, потому что, насколько я слышала, она не завязывает практически никогда коробок семенных, потому что она начинает из своего же бутона растить еще один бутон. Почему-то вот такая вот у нее история. Но как папа она очень-таки неплохая, кстати. Или он неплохой. Ну, судя по имени, наверное, все-таки она. Красивая махрушка. Часто слышала, что она капризничает у людей, кидается бутонами. Такая вот, с характером. У меня, да, было такое поначалу, но сейчас, ну, по крайней мере, вот я ей отдала одну ветку, все остальное я обстригла. И она, в принципе, не против и на одной ветке подцвести. Причем она у меня начала цвести, если не соврать, наверное, блин, я даже не знаю. Меня тут, наверное, не видно уже откуда. Ну, в общем, она у меня растет, расцветает бутон за бутоном. Я вот здесь вот, если сейчас ее не прижму, да, то есть, ну, тут есть бутончик, я его уже оборвала. Если я сейчас ее не обстригу, она дальше начнет растить бутоны и дальше цвести. Да, это прикольно, это классно, но мне нужно формировать куст. Из одной ветки почему-то не растут и остальные. То есть, чтобы у меня пошли в рост другие ветки, мне надо самую главную бахнуть, потому что она в нее все силы вкладывает и цветет на этой одной ветке. Вот, как-то так. Всем пока.